Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Mother. Mother, который самый заботливый Mother на свете, и это я. Так уж получилось, друзья, что именно я являюсь самой заботливой мамой на свете. И сейчас я вам это покажу, и приступаем, продолжаем следить за нашими детишками, делать их счастливее. Что? Кто кашляет? Показалось. Да? Ладно, давайте встанем на всякий случай. Кашель — это нехорошо. Возможно, Тимми... Он простыл немножечко. Итак, у ёлки зелёные! Как много всего надо сделать. Так, убраться в комнате Кайла, избавиться от всяких коробок. И Кайлы тоже надо... Ой, повсюду... Ой, что с моими таблетками? Повсюду надо убираться. Не хочу. А! Ты уже не спишь, дорогая. В смысле, ты еще не спишь? Ночь! Маме надо кофе. Это чтобы бодрый быть, убираться в твоей комнате в три ночи. Да, Кайла? Ладно. Ты поможешь мамечке, нет? Я устала. Ну, сволочь, устала, да? Думаешь, мама не устала? Подняла! Молодец! А, я указываю им, что делать. Вот именно. Книжку подняла. Убрать. Что за срач? Ножницы. Все убрать. Свинья, а не ребенок. Просто свинья. Все взяла, все убрала. Мне нравится, что они сделали это так, что мы просто запрягаем детей. Пошла убрать, все на место сложить, чтобы просто как будто как новенькое все. Чтобы как будто бы мы пришли в Икею и смотрим на выставку, понятно? Вот чтоб так было. Маркер подняла. Если захочешь своего брата нарисовать что-нибудь на лбу, я не буду против, угорнем. Так, что мы можем сейчас сделать? Все, а теперь что-то еще. Мы закончили? Да, спать пошла. Ой, я так тебя люблю. Все. Что? У нее здоровье улучшается. Вот это я мать, вот это я молодец. Настоящая мать. Так, это с этим покончено. Теперь надо пойти к нашему мальчику маленькому. О, доктор Хью написал. Значит, Мэри. Некоторая ошибочка с вашими результатами случилась. Ни при каких обстоятельствах не принимайте зеленые таблетки. Если вы принимали, пожалуйста, сходите в больницу как можно скорее. Пожалуйста, прочитайте это. Ни при каких обстоятельствах не принимать зеленые таблетки. А какие могут быть обстоятельства? Ты сказал, я не буду, все. Какие еще могут быть обстоятельства? Ладно, давайте подбирать все коробки. Можем сразу... А, нет. Ладно, неважно. Тварь, ты здесь? Убрать. Почему я убираюсь сам? О, нет. Вот это отстой. Хорошо. Приходится самому. Все, слишком маленький у нас, да? Тим еще маленький. Он тоже убирает. Молодец. Хорошо, он повторяет за мамой. Он хочет быть как мама. Слышь, чё? Ладно, я прекращу играть. Естественно, прекратишь играть. Ты, блин... Я даже не знаю, как я удержалась. Мало кофе, наверное, выпила. Тимми, блин. Тимми, твою мать. То бишь, я твоя мать, значит, меня. Тимми, меня. Не нервируй меня. Лег спать быстро. И что сказал? Ты сказал, нужно убраться в комнате. Да, я так сказала. Тварь. Вижу. Куда?
Я понял. Под кровать залез. Ну, мразь. Пугать, да, собрался мамку? Мамка, она нервирует... О, нет. Ты нервируешь мамку. Сейчас будет бу, да? Кто посмел? Либо это у меня просто руки корявые. Да, господи. Ну-ка, стой. Сюда, сюда. Давай треугольничек. О, ух. Тимми, я так и знала. Я так и знала, что ты встанешь здесь. Я сквозь тебя пройду. Нет, я не пройду сквозь тебя. Так папа только любил делать. Фу, нет, нет, не было такого. Не было, не было. Он тебя очень любил. Слишком, я бы даже сказала. Спать пошел. Не слушай, что мама говорит. Я думал, я потерял эту одну. Спать иди и все. Мама бредит. Мама бредит. Окно закрыть. Фу. Фу, наговорила. Наговорил сгоряча про отца-то. Куда мне это деть? Может быть, обеспечить хороший сон Тимми? Хоп! Вот! Хороший шалашик тебе, Тимми. Спокойной ночи. Собственно, куда мне нужно деть коробки? Нужно поместить все коробки за пределы... квартиры. А, это можно. Это значит, вот сюда, да, их выкинуть. Все, я понял. Я поняла, я молодец. Нафиг. Я мама смышленая, все знаю. Все самой приходится делать. Сильно независимая женщина. Все, ребенок уже уснул, можно аккуратно убрать коробочку. О, спит хорошо. Возможно, задохнулся. Куда нам сюда? Ага. И сколько? Там еще очень много коробок осталось. Ой, целая куча коробок. Есть. Это готово. А, вот ты, последняя коробочка. Завалялась, гаденыш. Думал, я тебя не найду. Как быстро стамина расходуется. Все, давайте просто ходить. Потому что, возможно, очень скоро придется бегать. Все, закрывай дверь. Ну нафиг. Я хотя... О, нет, что это? Что это? Это что-то живое? Я должен что-то сделать? Кофе выпить. О! Все. Ну-ка, постучаться в дверь. Тук-тук-тук, сосед! Все в порядке, Мэри? Все в порядке, Мэри. Кто это? Ладно, не знаю. Я ничего не знаю. Так. Следующая наша миссия. О, принять таблеточки. Зеленые ни в коем случае не принимаем. А значит... Оу. А, так игра нас заставит это делать. Ну ладно, раз эти закончились... Ну закончились, доктор. Ну что поделать, хорошо, мы просто одну. Вот просто, чтобы хоть какую-то таблетку принять. Кажется, их сейчас куча вывалится мне в рот. Аккуратнее, мамка, оп, оп. Ладно. Пришлось проглотить вторую. Раз во рту оказалось, значит, надо проглотить. Все, все, хорошо, вкусно. Take my pills. Эй. Сегодня последний день. Тогда давайте гуляем на все. Да. Вот это да. Вот мы, мои дети, так ели до последней капли. Как мама. О, все, задание выполнено, значит, все в порядке. Можно ложиться спать. Засыпай, засыпай. О, свет опять выключился. Умный дом знает, когда мама спать ложится. Давайте попробуем просто не просыпаться. Сейчас провалимся в сон. Все хорошо. Окей. Пока все отлично. Так, Кайла и...
ее братик, все в порядке, они становятся все здоровее. Видите, я очень хорошая мать, я хорошо воспитываю своих детишек. Так, мы спим. Ой, как спим. Что? Мама? О-о-о! Что за нафиг? Пошло! Что? Что это за робот? Так, задание. Остановите обезьянку. Блин, дети! Вы бесите меня? Так, кто включил? Я ненавижу эту игрушку. Это я говорю, я ненавижу эту игрушку. Я, мама, 100 раз говорю, ненавижу игрушку. Надо остановить ее. Это важное задание. Все? Кайла, а где твой братик? А? Кайла? Да. А это опять Томми играет? Это Томми, да? Что мне сделать, чтобы остановить тебя, тварь? О, ладно, мне кто ничего не написал? Нет. Все, я вырубил. Кайла. Не скучно. Спать пошла. Я не пойду спать, пока Кайла не пойдет спать. Я не знаю, что делать с этой игрушкой. Куда она вообще едет? Она ко мне зачем-то едет. Оу. Ладно, она хочет вот сюда, эта игрушка, черт подери. Хорошо. Старший не пойдет, пока младший, да, не пойдет. Окей, где младший? О, блин! Фу, ты напугала меня, игрушка. У нее что, навигация, что ли, там? Что? А, это из моей комнаты вот сюда. Все, я уж подумал. Я не знаю, что мне делать. Эта обезьянка хочет всю вентиляцию нам открыть, да? Чтобы потом... Чтобы потом монстры могли спокойно, да, туда-сюда ходить. Ну-ка, давай посмотрим. Опять завелось. Я не знаю, как остановить. Где твой брат? Брат твой. Где он? Непонятно. Братик? А что за нафиг? О, балкон. Братик ушел? Кайл. 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 Куда поехала? Сама остановилась. На... О, ты что стоишь здесь, мальчик? Охренел? Нет, не бери мой пульт. Мне скучно. Так, короче, спать пошел. Пойдем за мной. Все. Все. Все хорошо. А где твоя комната? Вот она. Рядом с открытой дверью. Чтобы любой незнакомец смог зайти и пожелать тебе спокойной ночи. Все? Улегся, мразь. О нет, катсцена. Это плохо. Что я только что услышал? А, и спать пошла, да? А, новое задание. Навалять дочурки. Пойдемте. А мы можем сохраниться в этой игре? Или нет? Давайте почитаем все наши задания. Итак, значит, разбитую... Погоди, она разбила вазу с отцом. Окей. Я постараюсь не вспылить. Так, мне нужно перекрасить стену. И... I should put the rabbit inside the... А, короче, и надо кролика... постирать. Хорошо. А, он весь папином папином пепле. Так. Сначала надо все. Дочка, что натворила, а? Что натворила? И теперь плачешь, да? Ладно. Давайте взбодрим. Мне жаль. Так, хорошо. Ей стало лучше, потому что мы взбодрили. На, печеньку сожри. О, еще лучше стало.
Надо. Иди спать. Люблю тебя. Кстати, под хорошую музыку надо убираться. А, значит, выбросить вот это. А, фак. А, музыка все-таки играет какая-то. Класс. О, кролик. Ты че такой красивый? Где у нас выключатель? Вот он. Стиралочка. Опа, здесь нет стиралки. Стиралка? А, сынок, ты там стиралку не видел? А то я не знаю, я вообще не шарю. Только не смей намекать, что я плохая мать. Иначе это будут последние слова, которые ты скажешь. Ладно, все. Мне надо таблеточек парочку немножечко. Так, начать. Так, что-то мне нужно... Порошка стирального, походу, накидать надо. Вот. Все, стирается. Там еще какое у нас задание? А, теперь надо очистить стену от папки. И давай, и давай, и давай, и давай, и давай. Нет? Не показалось ли, я слышал кое-что? Ладно, не обращай внимания. Долго я буду еще этим заниматься? Мразь. Не смей. Мои дети. Я хочу им всего самого наилучшего. О, погоди, смс-ка. Служба похоронная. Посоветуйте вашему другу наши услуги и получите 50% скидку на ваш следующий гроб. Окей. Спасибо. Теперь я занят. Все, так. Кажется, я не совсем... А может и правильно, я не знаю. Значит, смотрите, вот. Мы краску набрали. Максимально. Теперь давай. Вот так. Все перекрасим. Правильно я перекрашиваю? Я перекрашиваю как батька. Подожди, а то ли я крашу? Может, окно надо закрасить? Вот красота будет. Я правильно все делаю? Это я... Где? Куда? Я тебе что сказала? Стой. Так, выключим. Мне нервирует это все. Все очень нервирует. Быстрее. Пока обезьянка не добралась до моих детей. Нельзя. А, смотрите. Эффект какой-то есть все-таки. Эффект хороший есть. Всю ночь я буду заниматься этим. К Кайле! К Кайле идет! О, но! Скорей! Куда? Это вот самое лучшее, что, на что я способна. Да, я больше не умею, лучше не могу. Все. Я домой спать. Задание? Отлично. Нет! Нет! Ты здесь! А что ж тогда там? Кто там? О, мой год. Ладно, все. Это идеальное условие, чтобы просто взять и лечь спать. Так, в порядке все? Окей? It's okay. Эй, я смотрю! Не надо мне тут. Спим дальше, пофиг. Я ко всему могу привыкнуть. Я сильная женщина. Есть. Они меня стреманули под конец. Фух. Так. О, дети становятся все лучше и лучше. Так, кто мы, где мы? Это кат-сцена. О, нет, кто-то что-то разбил. Кайл? Кто-то смотрит. Это кто-то, это какой-то педофил.
О, нет, только не это. Окно закрыто. Окно не открыто. А, нет. Кайл первый познает. Нет. О, нет. Не надо. Дядя, пожалуйста, не срывай цветок Кайла. Не срывай его цветок, я тебя прошу. Оу! Мама! Ой, ёлки зеленые! Кайла! Зачем? Я встаю, все, я встаю. Что произошло? Блин, игра жуткая. Что? Кайл разбудил меня. Он играет с красками? Окей, новое задание. Сейчас мама там все структурирует. Свой график тайм-менеджментом сейчас займется. Так, выпить чаю, чтобы расслабиться. И починить краски. Там еще смс-ка. Ладно, я думаю, знаете, что на сегодня мы с вами закончим. Игра очень крутая. Все, мы с вами в нее играем. Чтоб там кто ни говорил, мы с вами в нее играем до самого упора. Поэтому просто ставьте лайк, пишите комментарии о том, насколько хорошая я мать, насколько вы хотели бы быть моими детьми, чтобы я о вас заботилась. Потому что я думаю, вот это хорошая демо-версия всей той любви, которую я могу вам дать. Друзья, поэтому если вам нужна еще одна мама... Это вы звоните мне, звоните. Ну а с вами был Юджин, огромное всем спасибо. Все ссылки будут в описании под видео, на все мои соцсети. Заходите в мой новый телеграм-канал для всех доску своих. Самая уютная атмосфера там, да и не только там, повсюду. Повсюду, везде, где я, там уютная атмосфера. Но в телеграм-канале просто я сделал немножко более интимно. Там я разные ролики пощу. Интимные. Короче, заходите, сами все увидите. Подписывайтесь, не забывайте на вот, везде, где вы оказываетесь, писать что-нибудь приятненькое. Например, какая я хорошая мать. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!